Всем привет-привет! И в этом видео хочу с вами поделиться рецептом чудо-мази. Для ее приготовления нам нужно будет стакан масла рафинированного. Нерафинированное не нужно, будет мазь горчить. Воск пчелиный, воск натуральный, где-то размером с спичечную коробку, можно чуть больше. И половинка желтка вареного вкрутую. Готовим все в эмалированной кастрюльке, выливаем стакан масла, добавляем туда воск и пусть он топится. Потом постепенно будем добавлять желток, мелко-мелко его растирать и бросать в масло. Масло будет пениться, в этот момент можно будет снять, пока успокоится масло, и снова ставить на плиту. Но не забываем постоянно все хорошо помешивать. После этого процеживаем в посуду, где будет храниться в последующем наше масло, мазь в холодильнике. И ставим остужаться в холодильник. А теперь, что лечит данная мазь? Данная мазь лечит отиты, в том числе гнойные, гайморит, нарыв в горле. Эту мазь можно кушать, можно мазать, можно ставить тампоны, можно делать примочки ей. Фиброма лечится до 10 недель, киста яичников, воспаление придатков, мастопатия. Киста проходит где-то через неделю. Тампоны нужно менять утром и вечером. Гангрена высасывает гной, эта мазь очень сильно и хорошо. Ожоги, чири, зубная боль, бронхиты, как я уже говорила, эту мазь можно есть. И бронхиты хорошо проходят, боль в желудке, чири, ячмень. 3 раза в день кушать эту мазь до еды по пол чайной ложки. Бабушку свою я так вылечила от бронхита в период, когда зарождался этот коронавирус. Из врачей никого нельзя было найти, и трудно было очень записаться, да и страшно. И где-то за недели две мы вылечили бронхит. Мама у меня лечит суставы на руках, прикладывает эту мазь на ночь, а ребенку я лечу этой мазью кашель, и все быстро и очень хорошо проходит. Рекомендую, очень-очень рекомендую эту мазь.